В начале совещания временно исполняющий обязанности главы Чувашии сообщил о поручении президента России Владимира Путина касательно подъема Чебоксарской ГЭС. Обеспечить совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями разработку и утверждение плана графика мероприятий по завершению строительства Чебоксарской ГЭС, в том числе отразив в нем этапы, сроки, ответственных за их реализацию должностных лиц, а также объемы и источники финансирования. О результатах исполнения плана графика докладывайте раз в полгода. Доклад первый 1 октября 2015 года. Лед тронулся, считают специалисты. И очень важный для республики вопрос получит логическое завершение.